Приветствую всех. Наконец-то у нас открытие охоты. Произошло еще 2 дня назад. Сразу скажу, что утрянку я тогда отсидел, но даже выстрелить было не в кого. Ни одной утки даже не видел. Одна кряква, селезень кряквы пролетел метр примерно, 70-80 стороной, и все. Больше никого и не было. Вчера я работал, не получилось ничего. Вот сегодня, можно сказать, 2 сутки охоты. Да, 2 сутки, потому что открылась она ночью. Скоро перейдет на 3-й. Может быть, сейчас что-то и получится добыть. Сейчас выкину 4 манка на открытое, будем тихонько крякать, может быть, что-то прилетит. Вся надежда на то, что утка, особенно кряква, черки, они вот на этой болотине, она идет длинная, примерно в 0,5 километра, что они будут на ней парить, как бы лететь, думать, куда сесть, где покормиться, и в этот момент как бы бить в лед. Те, кто не знает, как выглядит самец утки, это селезень, вот. Он такой расписной, красивый. Если кто не знает, в лед стрелять вам нефиг даже. Даже пытаться не надо. Поэтому нужно в сумерках уметь еще и разглядеть, кто есть кто, самец либо самка. Просто самок весной стрелять нельзя. Что будем делать? Сеть я буду прямо здесь под сосенками. Очень удобно, сучек поставлю, никакого скоростка здесь в принципе не нужно. Также здесь бывает садятся утки, но редко. Сейчас товарищ здесь один был, вот меня спросил, Андрей зовут, кстати, соседнего села. Вот. Он сказал, что здесь вчера сидел, 3 черка только видел, больше никого. Ну холодно было, дожди моросили, утка не летала. Сейчас вот только солнце село за елки, за сосны. Может быть и будет еще летать, потому что сегодня теплее и светло. Ржей сегодня будет Frank Infinity One, то самое, что ходил осенью. Чехол рядом лежит, если что. Только достал его. Кстати, может быть пригодится на него сесть еще. Помягче бы, как подушка, использоваться. Дробь будет сегодня 4. 4, патроны бесконтейнерные. За осень, если кто не в курсе, я добыл 138 уток за всю осень. Охота была интересная, вот такая классная. Посмотрим, что весной получится. Может, еще и добудем, а может и нет. Кто его знает, вообще без разницы. Ладно, начинаем охотиться и собираться. Манихи будут пара кряквы и пара сизей. Готово. 4 манка хватит за глаза здесь. Смысла выкидывать целую стаю никакого нету. Сейчас утка пока еще не летит особо так. Чисто местные как бы летают туда-сюда по лужам, по всем этим. Тем более охотники ходят. Кто-то даже с подхода охотится. Недавно видел чувак. С ружьем шел вдоль озера. В открытую. Меня, конечно, не заметил, пока я там вещи собирался. Ладненько еще. Блин, погода классная сегодня. Ветра нету вообще. Солнышко. Сегодня примерно, я думаю, плюс 30 градуса будет хотя бы. Сапоги пока одел такие вот, обычные. Холодно, может, не будет, может, нет. Пока вечеркой сидим, дальше видно будет. Может быть, пойду потом переночу в машину и с утра опять посижу еще. Посмотрим, в общем. Главное, чтобы утка летала. И хотя бы что-то добыть, как говорится, чтобы с трофеем идти домой потом. Фу, хорошо. Начинаем охоту. Так, это у нас бесконтейнерный. Ну все. Первая 4 без контейнера, 2 5 контейнер. И дальше опять 4 без контейнерные пойдут. В принципе, удобно. Все нормально. Вечером будет прохладненько. Сейчас попозже уже одену курточку. Брал для зимы. Секундка. Но сейчас она сама то вот тоже сидеть. Вот шнепы здесь, в принципе, тоже пролетают туда-сюда. Пока так чисто накинемся. Она как раз по цвету травы, особо-то не видно будет.
Самое главное, что когда будет утка подлетать, вообще не шевелится ни капельки. Только самый последний момент, когда она будет стрелять уже, открывать огонь. Кто-то может скажет, вот ты дурак, шалаш бы поставил и так далее. Это ничего не поможет. Так хоть лед можно что-то добыть, когда утки вообще еще нету. Не знаю, охоту открыли, но утки очень мало. Все жалуются, ходят на охоту, что утки нету. Многие даже не видят никого. Некоторым ведет, да, стайки пролетают и все-то добывают. Пока еще не ринулась, говорят, в средней полосе еще вся утка. Маньки стоят, отсюда плоховато видно, но с воздуха должно нормально быть. Там как раз зеркало воды открытое. На этой коряге в прошлом году андатры ползали хорошо. В этом году пока их не видно. Может, попозже выползут еще. Так, пару выстрелов пока слышал. Где-то далеко в стороне, и все. Солнце почти село уже. Сзади тоже лужа неплохая, но такая темная. Туда просто могут утки тоже сесть. Он прямо сосенки зашел. Со стороны видно не будет, слева тоже видно. Прямо тоже внимание никто не обратит. Главное, чтобы что-то летало. Будет это, да будем, нет, так нет. Примерно 4 километра деревня стоит. Звуки то только доносятся. Утка не летает пока нигде вообще. Кулики только он летает там. Лужи на поле садятся постоянно. Вон парни, гусь сидит. На поле сел. Одиночка. Покрывал перестал. Главное, одиночка прилетел. Больше нету. Вон какое расстояние. Далеко. Прошло минус 40, гусь до сих пор пасется. Кормится и все. Может быть, метров 200-250 от меня. 250 примерно. Вот такие вот дела. Гусь пасется, мясо ходит рядом, но никак. Ладно, кто-то бы спугнул бы, он отлетел бы. Что маловероятно, скорее всего, он полетел в другую сторону открытого, а не леса. А утки пока даже ни одной не видел, не слышал. Полная тишина. Никто нигде не стреляет, никого. Ждем, сейчас темнеть начнет, время еще только 8. Через час должно уже практически стемнеть. Вот, это время у нас только отведено сейчас. Может, еще и будет. Вот такая вот охота весной. Сидишь как дурак и никого нету. Пусть не хоть пошел да нашел, а тут надо сесть на одном месте. Хода с подхода запрещена. Хорошо, стульчик взял. Удобно хоть сидеть, не холодно. Кулики только стайками летают. Вон гуся вижу отсюда. Ползает вовсю там, клюет. Что-то погагакал по-своему там куда-то и, может быть, стайка где-то сбоку еще сидит, не знаю, отсюда не видно. Кусты мешают, все.
Ну вот такая охота, парни. Все стемнело, можно сказать, утка не летает. Последний выстрел звучал примерно минут 20 назад, никого нет. За всю вечерку видел только одну кряку, которая пролетела прямо над этой лужей. По всей длине, и все, стрелять не стал, так как не понял, кто это был. Казалось, самка черная, такая темная вся. Белых пятен даже видно не было на ней. Вот такая вечерка, смысла сидеть, утро ждать никакого нету, потому что утки нету. Парням звонил, которые на реке сидят, тоже говорит, никого нету. Вообще пусто. Что за охота такая? Такая весна 2021. Утка либо не долетела, либо непонятно, что с ней вообще происходит. Не получается охоту нормально снять. Вот такой вот чисто видеоотчет о проделанной работе, можно сказать, но показывать пока нечего. Будем ждать. Ладно, давайте, всем счастливо, до новой встречи. Это была пустая охота на утку, потому что утки нет. Давайте, пока, всем, я собираюсь и уже домой.